Еще один интересный вопрос я увидел в перечне. Это о влиянии Левочкина на офис президента. Есть ли оно? Друзья, ну не просто есть. Оно колоссально. Левочкин сейчас, по сути, управляет информационной политикой офиса президента. Потому что его человек, некий Михаил Подоляк, работает советником главы офиса президента Ермака, по сути, формирует все темники и полностью курирует информационную политику партии «Слуга народа», министров кабинета министров, топовых чиновников и, по сути дела, самой власти. Что Подоляк генерирует смыслы. То есть Подоляк, генерирующий смыслы у Левочкина, это равно в наших реалиях это смыслы Левочкина. Поэтому Левочкин управлял администрацией президента Януковича, управлял администрацией президента Кучмы, по сути. Он был первым помощником Кучмы. И, по сути, сейчас имеет колоссальное влияние на офис президента Зеленского. Я думаю, я ответил.